Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать простой и в то же время интересный красивый цветочек с такими объемными лепесточками и навязочкой в центре. Так наш цветочек будет смотреться с однотонной пряжи, так и с пряжи секционного крашения. Здесь я выполнила цветочек из пряжи двух цветов. И в процессе работы мы узнаем, как можно выполнить точно такой же цветочек, только без навязочки в центре, а просто центр украсить вот такой ягодкой. Приступим к работе. Для работы нам потребуется моточек пряжи и крючок. Начинаем выполнение нашего цветочка с лепестка и выполняем 11 воздушных петелечек. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Выполнили. Далее вводим крючок во вторую петлю от крючка. Выполняем столбик без накида. Далее накид на крючок. И следующую воздушную выполняем полустолбик. Далее накид на крючок и выполняем 4 столбика с одним накидом ровно. То есть каждую воздушную считаем. Раз. 2, 3, 4. Аккуратненько, не спеша, выполняем наши столбики. Далее 2 накида на крючок. Вводим крючок в следующую воздушную. И выполняем 4 столбика с двумя накидами ровно. То есть каждую воздушную. Первый столбик, второй, третий, и четвертый. Наш с вами лепесточек готов. Мы выполнили первый лепесточек и приступим к выполнению второго. Он выполняется точно так же. То есть мы выполняем 11 воздушных петелечек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Выполнили. Вводим крючок во вторую петелечку. Столбик без накида. Далее 1 полустолбик, 4 столбика с одним накидом, считаем. 1, 2, 3 и 4. И 4 столбика с двумя накидами. 1, 2, 3 и 4. Второй лепесточек готов. Так мы вяжем ленту из 8 таких лепесточков. 2 лепестка у нас готово. Нам осталось выполнить 6 таких лепестков. Мы с вами выполнили ленту из 8 лепесточков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
И на этом этапе работы я хочу остановиться поподробнее. Если у вас есть определенный опыт вязания крючком, вы можете поэкспериментировать. Количество лепестков может быть разным. Вот в нашем случае их 10. И видите, я 5 лепесточков сделала более короткими, а 5 лепесточков более длинными. То есть, если в нашем случае 11 воздушных, вы можете сделать 8, 13, 15, то есть поэкспериментировать и при этом изменить количество столбиков с одним и двумя накидами. Мы возвращаемся к нашему цветочку. После того, как мы выполнили ленту из 8 лепесточков, замкнем ее в кольцо. Вводим крючок в первую воздушную петелечку. Ее хорошо видно здесь, нить. И захватываем нашу рабочую петелечку. И протягиваем петелечку рабочую. И подтягиваем. Проследите, чтобы рабочая нить была перед работой. Далее выполняем 3 воздушные петелечки подъема. 1, 2, 3. Они у нас заменяют столбик с одним накидом. Далее мы выполняем 1 воздушную. Берем наш первый лепесточек и вводим крючок в воздушную петелечку. И выполняем столбик без накида. Далее 1 воздушная, накид на крючок и вводим крючок между лепестками. Выполняем столбик с одним накидом. Воздушная, опять берем следующий лепесточек, вводим крючок в воздушную, которая у нас на вершинке лепесточка. Выполняем столбик без накида. Далее воздушная и столбик с накидом между лепесточками. Давайте еще раз 1 воздушная. Следующий лепесточек берем, вводим крючок. Воздушную петелечку, столбик без накида. Воздушная, столбик с накидом между лепестками. Смотрим, что у нас с вами получается. Вот таким образом мы с вами будем выполнять круговой ряд. После того, как мы с вами завернули вот таким образом все наши лепесточки, выполнили воздушную петелечку и завершаем наш круговой ряд. Вводим крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, считаем 1, 2, 3. Выполняем соединительную. Круговой ряд завершен. Вот такая серединочка у нас получается. И мы с вами будем продолжать работу. Будем выполнять арочки из 3 воздушных петель. Вводим крючок под воздушную петелечку и выполняем столбик без накида. Далее арочка из 3 воздушных. Вводим крючок под следующую воздушную, выполняем столбик без накида. Далее пропускаем вершинку столбика, вводим под воздушную, столбик без накида. Арочка из 3 воздушных. Под воздушную, столбик без накида. Пропускаем столбик с одним накидом, выполняем столбик без накида. 1, 2, 3. Пропускаю. Выполняем столбик без накида. И пропускаем, выполняем столбик без накида. Далее арочка. Итак, мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда. После того, как мы выполнили все наши арочки, мы завершаем наш круговой ряд. Выполнили столбик без накида. Далее очень внимательно вводим крючок в вершинку столбика без накида, выполняем соединительную. Ряд завершен.
И мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Для этого мы выполняем соединительную в первую воздушную арки и соединительную во вторую воздушную арочки. Далее начинаем выполнение следующего ряда с одной воздушной петелечки подъема. Далее вяжем одну воздушную петелечку арки. Под арочку вводим крючок, выполняем столбик без накида. Воздушная, под арочку вводим крючок, столбик без накида. Воздушная, под следующую арочку вводим крючок, столбик без накида. Воздушная. И так мы продолжаем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение нашего кругового ряда. И после того, как выполнили одну воздушную, вводим крючок в первую воздушную петелечку подъем, выполняем соединительную. Наш с вами круговой ряд завершен. Посмотрим, что у нас получается. И далее будем выполнять ряд с навязочками. Под воздушную петелечку вводим крючок и выполняем столбик без накида. Далее арочка из трех воздушных. Выполнили. Очень внимательно. Далее опускаемся, видим вот два наших столбика. Вводим крючок вот таким образом, с изнанки, между столбиками. Видите, вот таким образом, очень легко и просто. Разворачиваем работу и выполняем столбик без накида. Далее разворачиваем работу и под арочку я провязываю 5 столбиков без накида. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее вводим крючок в вершинку нашего столбика без накида, который у нас выполнялся под воздушную. И выполняем соединительную. Наша с вами навязка готова. Далее вводим крючок под следующую воздушную петелечку. Вот она. И выполняем столбик без накида. И опять 1, 2, 3 воздушные. Вводим крючок между нашими столбиками. Работу разворачиваем, выполняем столбик без накида и работу еще раз разворачиваем и обвязываем нашу арочку. Выполняем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вводим крючок в вершинку столбика без накида, который был провязан под одну воздушную, выполняем соединительную. Далее продолжаем работу. Опять вводим крючок под воздушную и выполняем столбик без накида. И вновь арочка из трех воздушных. Давайте еще одну навязочку выполним. Далее между столбиками столбик без накида. Работу разворачиваем. 5 столбиков без накида над арочкой. 1, 2, 3, 4, 5. Вводим крючок в вершинку нашего столбика, который у нас с вами провязан под воздушную, и выполняем соединительную. Далее разворачиваем работу и выполняем столбик без накида под воздушную. И вновь 3 воздушных и навязочка. Я останавливаюсь. И мы смотрим, что у нас получается. Вот такие красивые навязочки в центре цветочка у нас получатся. Мы выполнили 3. Осталось выполнить 5 таких навязочек.
После того, как мы выполнили все 8 навязочек, напоминаю, мы выполнили соединительную вершинку столбика без накида и завершаем наш круговой ряд. Вводим крючок в вершинку столбика без накида, который у нас выполнен в начале ряда. Выполняем соединительную и хорошо подтягиваем. Ниточку можно обрезать. Наш с вами цветочек готов. Я нить уберу на изнаночную сторону. Поправлю лепесточки наши. И посмотрим, что у нас получилось. Серединочка у нас с вами вот такая объемная, красивая получилась. И интересные такие лепесточки. Смотрим изнаночку. По изнаночке навязочек нету. Лицевая сторона. Наш цветочек готов. И на что я хочу обратить еще ваше внимание. Если вы начинающая рукодельница и вам трудно выполнить навязочки, вы можете просто выполнить столбики без накида. У вас получится вот такая простая плоская серединочка. А центр цветочка вы можете украсить любой бусинкой или вот такой ягодкой, выполнение которой вы найдете в уроке номер 7, темы «Отдельные элементы крючком». Ну, давайте я уберу ягодку, мы посмотрим. Видите, вот обыкновенная простая плоская серединочка получается. И теперь посмотрим, как будет выглядеть наш цветочек из пряжи секционного крошения. Двухцветный. Из пряжи другого цвета. И напоминаю, если у вас есть опыт вязания крючком, поэкспериментируйте. Сделайте больше лепесточков, сделайте лепестки длиннее или короче. Наш цветочек на 10 лепестков. Творческих вам успехов!